Добрый день всем! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное варенье. Все мы любим с вами арбузы, и от них остаются корочки. И сейчас мы именно из арбузных корочек будем варить варенье. Получается очень вкусным. Для этого нам с вами понадобится килограмм уже нарезанных корочек, литр воды, 1 килограмм сахара, 10 гвоздичек и сок одного лимона. Варить мы с вами варенье будем в алюминиевой кастрюльке, так как в ней не пригорает. Сюда мы отправляем наши корочки. И теперь мы зальем водой, чтобы только у нас только-только покрылись корочки. Не больше. Заливаем холодной водой. Вот смотрите, только-только покрыли. Все, достаточно. Теперь мы варим 1 час, снимая пенку. Вот прошло 20 минут, и вот такая появилась пеночка. Видно, да, вам, наверное, такая розовая. Ее немного, но ее нам надо с вами убрать. У нас на кухне такой аромат стоит потрясающий. Посмотрите, какая красота. Еще 20 минут, и мы будем выключать газ. Ну вот, друзья, прошел 1 час. Они у нас, корочки стали немножко как прозрачные. Сейчас мы включаем газ. И сейчас мы их откинем на дуршлаг, чтобы у нас вся вода стекла. Пока у нас стекает вода, мы с вами будем готовить сироп. Для сиропа нам понадобится литр воды, килограмм сахара. Литр воды. И сюда высыпаем сахар. Теперь ставим на огонь, и нам надо довести до кипения, постоянно помешивая. Весь сахар мы размешали уже и ждем, когда у нас с вами закипит. Наш сироп закипел, и сюда мы сейчас добавляем наши уже отварные корочки арбузные. Теперь с момента закипания должно пройти 20 минут. И сейчас же мы добавляем 10 гвоздичек. Все. Теперь ждем, когда закипит. И через 20 минут с вами встретимся. Прошло 20 минут. Мы выключаем газ. Сейчас гвоздичку надо убрать. И оставляем остывать на 4 часа. Далее с вами встретимся. Вот еще. Она плавает наверху, поэтому ее искать особо не нужно. Так, сколько уже достали? Так, 3, 6, 7, еще где-то 3 штучки. Прошло 4 часа, и мы опять поставили варить наше варенье. Сейчас нужно проварить 1 час, и только после этого мы добавим сок одного лимона. Прошел час. Посмотрите, у нас с вами они как мармеладки, такая красота вообще. И сейчас нам нужно сюда выдавить сок одного лимона. Выдавливаем. Он придает нашему варенью немножечко такую кислинку. И теперь мы все хорошо перемешаем. Еще? Как-то падает немножко свет.
И теперь нам нужно проварить 3 минуты с того момента, когда мы с вами добавили лимонный сок. И наше варенье с вами будет готово. Потрясающе. Вид, конечно, у варенья суперский. Как желейки прямо плавают. Здорово. Посмотрите, какое оно красивое. Сейчас еще сверху немножечко сиропчика. Потрясающе. А на вкус чувствуется и кислинка лимончика. Также вкус гвоздички. Сам арбуз. В общем, потрясающее варенье. Настолько оно вкусное. А цвет у нас желто-красненький. Если вам понравился рецепт, не забывайте поставить пальчик вверх, написать комментарий. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео.